Чувашии вновь побывала делегация из провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Напомним, год назад между Чебоксарами и административным центром провинции, городом Аньцинь, подписано соглашение об установлении отношений побратимства. Оно подразумевает активные торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи. В этот раз обсуждали возможность реализации инвестиционных проектов. Обе стороны заинтересованы в успешном дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. До встречи с главой города Евгением Кадышевым делегация из Китая побывала в торгово-промышленной палате и обсудила с представителями бизнес-сообщества создание комфортных условий для реализации совместных инвестиционных проектов. По мнению бизнесменов, создание воздушного моста между двумя городами значительно бы упростило процесс взаимодействия, повысило бы инвестиционную привлекательность Чувашии. Так, по итогам встречи было принято решение о начале работы по установлению регулярности авиасообщения между Чебоксарами и Аньцинь. Что же касается направлений сотрудничества, их перечень по-прежнему объемный, отметил руководитель китайской делегации. Я думаю, в области сельского хозяйства имеет большой перспектив сотрудничества. И что касается промышленности, только что глава города сказали в области электромашин. Еще в туристические области.